В данном видео вы узнаете дату выхода и краткое описание новой серии турецкого сериала «Ранняя пташка». Чтобы подготовить репортаж для одного из журналов, Джан и Джейда посещают тренажерный зал, а Санем не желает оставлять их одних. Она вместе с Айхан временно устраивает там же на работу. С другой стороны, Санем и Джей Джей решительно настроены показать всем реальное лицо Эмре. Они следят за его поведением. Выяснив, что Эмре должен встретиться с Айлин, Санем и Джей Джей немедленно начинают следить за каждым его шагом. Сможет ли Санем на этот раз добиться своих целей? В это же время подготовка к презентации завершена, а Айлин, как всегда, готовится испортить успешный проект. Но на этот раз результат не понравится ей. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Ранняя пташка» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 8 декабря. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!